Обращение Зеленского к СБУ из-за сватов стало хитом. Ролик менее чем за сутки собрал 1,4 миллиона просмотров. Видео с украинским телеведущим Владимиром Зеленским, в котором он критикует службу безопасности Украины в связи с сериалом «Сваты», набрало менее чем за сутки 1,4 миллиона просмотров. В ролике артист подчеркнул, что если россиянин Федор Добронравов нарушил закон Украины, то он обязан не въезжать на территорию страны. Но связи между товарищем Добронравовым и тысячи людей, которая работала над этим проектом последние 15 лет, связи, извините меня, никакой нет, резюмировал Зеленский. Также он отметил, что в Украине следует изначально побороть кумовство, а потом бороться с нашими сватами. Вы боретесь с тем, что людей объединяет, подчеркнул артист. Зеленский акцентировал, что сериал «Сваты» был придуман им самим, а также его коллегами, и является украинским проектом. Сеть неоднозначно отреагировала на речь Владимира Зеленского. Многие пользователи высказались довольно критично в адрес артиста. Военный журналист, руководитель благотворительного фонда «Миркоу» Мирослав Гай отметил. Блогер Екатерина Золотарева раскритиковала артистов, которые остаются вне политики. А блогер Роман Синицын заявил, что его расстроило то количество людей, которые поддерживают истерику Зеленского. Ранее корреспондент НЭТ сообщал, что российскому актеру Федору Добронравову запретили въезд в Украину за поддержку аннексии Крыма. По материалам сайта news.com.